Так, получили еще одну посылочку. Так, давайте аккуратненько вскроем там рюкзак. Надо его в кетчуп не порезать. Открываем. Вот такой рюкзачок. Ну, это я, естественно, не себе заказывал, а ребенку в школу. Так, кармашек. Еще один кармашек. Молния тут в стандартном режиме. Здесь всякие кармашки. Еще раз молния. Сзади вот такой вот. Так, ну вроде бы все бегает, все работает. Качество вроде неплохого такого. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях по цене, по качеству, по продавцу. Обязательно на все отвечу. Все, всем пока.